Ух ты, королевский приход! Un homme bien étrange. Tu me connais mal, mon muet. Qu'allons-nous faire de tout cela? Je sais, récupère le tout. Rester trop longtemps à la taverne. Il n'y en aura pas pour tout le monde. T'es comme ça brille. C'est une sorte de spectacle. О, какая приятная неожиданность, мой друг. Разделимся. Не уверен, что... Так меньше шансов попасться. Ну да, пожалуй. Встречаемся внутри. Если увидишь Жермена, убей. Жермен выстроил настоящую крепость. Так просто не попасть.
не забывайте! Видишь, наш... я ничего вам не скажу. Я могу пустить его в ход. Эй, постойте, не надо впадать в ярость. Не пойдет. Неделю тебе узнаю имена, и я проверю. Жалеть не стану. Эй, подождите! Вот ты где! Эй, я тут, красавчик! Задержи бега! Хорошо пью, вижу, thank you.
лентяй! Я тебе позвонки... Гражданин! Стоять! Остановись! Гражданин! А вот и ты! Хотите убить еще? Дай скажу кое-что! Принимай! Гражданин! А ну стой! Убери! Что это было? Итак, возвращение блудного ассасина. Я так и подумал. Прямолинейность...
Как? Что? Сэр здесь. Какая чудная встреча. Спрячься и пусть говорит. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Сэра нет сыновей, некому будет и вас сказать. Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взгляда. Ну что? Нет-нет-нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Мне тебя дам! Вот, чтобы ты совсем сдаешь. Чему тебя только отец учил? И что с того? Он богатство. Цеплялись за него дела? Ну что? Мы так цеплялись. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де ла Сэра нет сыновей, будет вам покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взгляда. Аж до власти? Вздор! Ну что? Аж до власти? Вздор! Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Чему тебя только отец учил? Ничто... Чему тебя только отец учил? Чему тебя отец учил? Наш орден прогнил изнутри. Мне тебя... Мы забыли свою цель ради страстей. Погрязли в той самой лжи, которую плели для черни. Он
уходит! Стой! Я почти! Я справлюсь! Нельзя! Одной нельзя! Жди меня! Прости. Элиза! 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 Элиза, нет! Злодеи повержены. Именно так ты представлял себе эту сцену, да? Но меня здесь нет. Впрочем, нет и там. Сейчас я истекаю кровью на полу храма. Но, видимо, отец понимания решил дать нам время поговорить. О, это мой любимый момент. Ведь я тогда не понимал сути своих видений. Башни из золота и города, сияющие серебром. Я думал, что схожу с ума. Но затем попал сюда, в склеп де Мале. Тексты мне все объяснили. Объяснили что? То, что я как-то связан с ним, Жаком де Мале. Что я был избран, дабы очистить орден от упадка и разврата, пронизавших его. А затем очистить мир и возродить его в правде отца понимания. Не похоже, чтобы ты преуспел. Современники редко ценят пророков. Изгнание заставило меня пересмотреть свои методы. Цель осталась прежней, изменились лишь средства. И цена не важна. Новый порядок – неизбежная смерть старого. А если люди будут бояться свободы, тем лучше. Хаос напомнит им, что они созданы для послушания. Здесь мы расстаемся. Подумай. Поступь прогресса неспешна, но неумолима, как ледник. Ты всего лишь чуть-чуть задержал неизбежное. Одна смерть не остановит прилив. И пусть не моя рука направит человечество обратно на верный путь, но это сделает. Помни об этом, когда будешь думать о ней.
Кредо Братства Ассасинов всегда учило нас тому, что все дозволено. И я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой, а догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда. Нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире. Даже отдавая жизни в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец. В нас самих. Боже мой, глазам своим не верю. Арно выиграл битву за 200 лет до начала. Браво, друг. Едва ли Абстерго станет искать в катакомбах Жермена. Кости уже слишком повреждены. С этим мудрецом покончено. Ты отлично поработал. А пока продолжай разыскивать в памяти Арно любые обрывки данных. Все, что он мог увидеть. Исторические факты, образцы ДНК. Все, что есть. Свяжемся, когда ты будешь нужен. Жди. Thank you.
Любовь моя, пока я пишу это, ты еще спишь. Если проснешься, я, конечно, найду оправдание. Но сейчас ты так сладко дремлешь. Завтрашний день — завершение 5 долгих лет. День нашей мести. Но меня не покидает ощущение, что в ключевой момент ты отступишь от плана. Боюсь ли я, что ты недостаточно любил моего отца? Или опасаюсь, не дрогнет ли у тебя рука? Едва ли. Я знаю, что ты многое потерял. И не вынесешь новых потерь. Ты позволил бы Жермену править Францией, если бы это могло меня спасти. Но думал ли ты обо мне? Почему ты решил, что я смогла бы принять такой выбор? Это мой выбор. И это моя судьба. И если все закончится хорошо, я сожгу это письмо. Если же ты читаешь это сейчас, решение принято. Я ни о чем не жалею. Я не стану отягощать этой ношей тебя. Будь счастлив, любовь моя. Люблю всем сердцем, Элиза. Знать бы, как лучше.